Капитан на мостике. Черт, что тут случилось? На вас напали? Напротив. Черная борода напал первым. Атаковал английский военный фрегат, чтоб его. Боже, но ради чего? Ищет лекарство, полагаю. Но, как по мне, он чокнулся. Я с ним разберусь. Не стоит, друг. Он сам навлек на себя беду. Кроки по ветру! Капитан, здесь затонул корабль. Недавно. Вижу. Надеюсь, Тэтч избежал такой судьбы. Еще корабль, капитан. Не нравится мне это. Да. Надо смотреть в оба. Черт. Это никуда не годится. Добыть лекарства не так уж и сложно. Я не о том. Все течь с Хорниголдом и их бессмысленная вражда. Понимаешь? Да, что уж. Но их цели равно благородны. Они хотят спасти людей в Нассау. Но разве это лучше для нас? Спасать никчемный город. Мы не созданы правиться. Мы берем и тратим, живем для себя, где бы ни были. И что же ты предлагаешь? Решение. Деньги и власть, не политика. Найдем обсерваторию. Сможем купить всю Англию, коль захотим. Или, может, станем править королями и императорами, будто крестьянами. Громкие слова, капитан. Но ты с командой или сам за себя? Я хочу для них лучшего, Адель, верь. Но такое не по мне. Я словно мальчик на побегушке. Ветер крепчает. Похоже, будет шторм, капитан. Шторм, сэр! Плохо дело! Идем прямо на скалы, сэр! Идем в шторм, капитан! Все паруса! Это вам не бриз, сэр. Штирбо! Там человек! Погода не к черту! Спустить все, кроме гротов! Пустить брамсели! Живей, живей! Слева по борту! Он еще жив, мне кажется! Марселя! Брамселя! Бомб-брамселя! Леселя! Все паруса отдать!
Приближаемся, капитан. Рифы на гротах! Поднять брамсели! Все паруса отдать! Койки вниз! По местам стоять! Слева по борту! Там груз с корабля, сэр! Так. Аде, смотри! Да, месть королевы Анны. На борту жарко. Нет времени на раздумья. Тэч в опасности. Команда поймет. Бейте спор, парни! Мы идем в пекло! Эй, Наванда! Паруса убрать! Тэтчи вот-вот одолею. Я на берег. Галка будет рядом. Сейчас мне нужен рулевой. Обещанного дьявола. Thank you.
убийство мне не по душе, капитан. Если бы вы сдались, были бы сейчас невредимы. Провались ты в ад! Тебя вздернут на виселице, как и тех в Бостоне. Объявлено прощение. Капитан, мы обыскали трюм. Груз так себе. Но нашли лекарства, на них печать Чарльстона. Спасибо, Хэнс. Нассау не вернуть к жизни, полагаясь только на силу и случай. Нам надо плыть в Чарльстон. Эй! Ну что, мы победили? Боюсь, не создан я для стези пирата. Чересчур это утомительно. Встретимся в Чарльстоне спустя ровно месяц. Боннет! Наконец под своим флагом! Да! Мы с Черной Бородой расстались. Пора попытать счастье самому. Поздравляю! Да, все к лучшему. Надеюсь, мне будет о чем рассказать при встрече. Эдвард! Ваша дружба ценнейшая, что я обрел в этих морях. Дороже золота и рома. Я благодарен за мужество, что вы вселили в меня. Спасибо! Удачи вам во всем! Неужто дома вас не любят? Неужто жены, родня и друзья совсем не ждут вас? Как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе? Заложники в обмен на лекарства! Больше ничего. И что? 6 дней треклятой, полной тишины. Я делаю вывод, что вы изгой в Чарльстоне. Пусть лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам, а кости на растопку. Клянусь! И вот мой выбор.
убить вас, либо взять к себе на службу. Нелегкое решение, но колебаться я не стану. Здравствуй, Эдвард. Ты в своем уме, друг? Весь Чарльстон это видит. В том и суть. Видит око, да зуб не имет. И где лекарство? Я послал отряд торговаться с губернатором. Прошла уже неделя. Нет ответа. Я разберусь. Дай мне день. Какое-то движение. Солдаты? Да, и они спешат. Пойдем за ними. Иначе нас может ждать неприятный сюрприз. Что задумал? Черная борода уже 8 дней держит заложников. Думаю, кто-нибудь да приготовил лекарство. Но они тянут время, ищут способ не отдавать. Да, давай найдем их и будем верить в лучшее. Отдать Лиселя. Осторожно, мы у сторожевой башни. Отдать гроты. Там еще башня. Паруса спустить. Уходим. О чем думает капитан? Нас закрывает лишь туман. Отдать гроты. Пол паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему. Осторожней, берега. Просто так не пройдешь, капитан. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! Привести к ветру. Я их вижу, вон там. Надеюсь, река не станет хуже. Кораблю нужен океан, а не тихая заводь. Сядем здесь на мель, не выберемся. Паруса спустить. Смотри, чтобы нас не заметили. Отдать гроты.
Ставь паруса. Все. Убавить парус. Аккуратней, капитан. Они уходят. Значит, оставлю галку тут. Я вернусь с лекарствами. Ясно. С заразой, что кормится на их кораблях. Сифилис до цинка. Что еще? Их корабли, что в тлетворные гробы. Что это было? Крокодил, так ведь? Он идет к нам, я чувствую. Ой, Саймон, этот крокодил... Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора? Сдаться? Мне доверили дела в этом городе. И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключ у меня, никто не доберется до этих лекарств. А их всех пусть поразит чума. Чертов идиот. Что? Пираты!
Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец! На помощь! На капитана напали! Стреляйте в него! Помогите! Снять его! Господи, спаси! Прогони дьявола! Черная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жесткие, но ему нужны только лекарства. И он их получит. Надо было соглашаться. Он вернулся! Сколько взял? 2 ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время. Слышали, мистер Рекс? Мой друг привез лекарство и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэч. Губернатор вот-вот соберет войска. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как? Бросаешь нас и Нассау? Слушай, друг. Мой 4-й десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтобы прожить 5-й, тихо и спокойно, скорее пойду на дно к черту в гости, чем прохожу капитаном еще год. Мы еще встретимся, друг. На этом свете. Или на том. Которые можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у лифта.